Здравствуйте, с вами Юлия Титова. Сегодня мы поговорим о Турции, которая сейчас занимает первое место в рейтингах покупателей зарубежной недвижимости на русскоязычном пространстве. Страна всегда входила в топ популярных, однако за последние три года стремительно вырвалась вперед. Связано это и с пандемией, когда Турция одна из первых открылась для туристов, и с последними событиями. Дружественное государство, где по-прежнему проходят платежи, летают самолеты, а при покупке недвижимости выдаются вид на жительство и гражданство. Смотрите в серии «Получение ВНЖ и гражданство Турции. Новые правила. Цены и региональная специфика турецкого рынка. Самое важное о налогах в Турции». Давайте с темы официальных статусов Турции мы и начнем. Тем более, что в мае-июне 2022 года поменялись правила получения и ВНЖ, и гражданства. Как известно, Турция принимает россиян без виз. Находиться на ее территории можно до 60 дней без выезда. Затем страну необходимо покинуть, после чего можно въехать еще на 30 дней. Таким образом, туристам, не имеющим статуса резидента, можно находиться в Турции 180 дней в году до 90 дней в полугодии и не более 60 без перерыва. Получить туристический ВНЖ в Турции сейчас можно на срок от полугода при покупке или долгосрочной аренде недвижимости в определенных частях страны. Летом были введены территориальные ограничения, и большинство районов, где селились иностранцы, теперь для получения ВНЖ не подходят ни для собственников, ни для арендаторов. Ограничения введены, например, для популярнейших кварталов Алании – Махмутлар, Кистель и некоторые части района Оба. В Турции существует такая услуга, как покупка прописки, но она чревата разоблачениями и штрафами. Так что лучше сразу рассматривать районы, разрешающие регистрацию иностранцев на ВНЖ. Еще несколько важных нюансов. При получении ВНЖ на основании долгосрочной аренды заявитель должен показать на счету в турецком банке сумму не менее 2500 евро на человека. При покупке собственного жилья это не является необходимым условием. Туристический ВНЖ не дает права на работу в Турции. Поэтому при подаче на него нужно показать, что у вас есть средства для проживания в стране. Предполагается, что заявитель или уже накопил достаточно, или имеет стабильный пассивный доход, или работает дистанционно. Порядок сумм, которые стоит указывать, не менее 500 евро или долларов в месяц на человека. Туристический ВНЖ не предполагает для своего обладателя последующей натурализации и получения гражданства. Он может быть выдан, как я уже сказала, на срок от полугода до 2 лет, а затем продлеваться, но в гражданство никогда не перейдет. Зато для его получения не принципиальна стоимость недвижимости. Если же покупатель хочет в перспективе претендовать на паспорт, он должен приобрести объект стоимостью не менее 75 тысяч долларов. Причем речь идет о кадастровой стоимости, которая рассчитывается государственным оценщиком. Этот ценовой порог установлен для крупных городов Турции, где расположены все популярные у иностранцев локации. Впрочем, в таких районах, за исключением, пожалуй, Газипаши и Мерсина, приличной недвижимости дешевле 100 тысяч уже нет. Но о ценах мы поговорим чуть позднее. Завершая эту часть, отмечу, что спрос на получение турецкого ВНЖ резко вырос, увеличились сроки рассмотрения заявок и выдачи документов, подскочили ставки аренды. Они в популярных районах Алании и Анталии теперь сравнимы с московскими. Это, кстати, на руку инвесторам, поскольку квартиры в Турции пока все-таки стоят дешевле. В июне 2022 года произошли изменения в программе гражданства за инвестиции. Раньше она допускала покупку недвижимости от 250 тысяч долларов. С лета минимальная цифра выросла до 400 тысяч. Но спрос все равно растет, особенно в последние месяцы. И здесь я немного отвлекусь. Давайте поймем, где, кроме Турции, можно претендовать на второй паспорт. До конца 2022 года действует черногорская программа. По ней оформление гражданства на семью обойдется минимум 550 тысяч евро. Это единственная европейская схема, работающая сейчас. Паспортные программы стран Карибского бассейна неоднократно прекращали прием заявок со стороны россиян.
Некоторые возобновляли его, но никто не может гарантировать, что во время рассмотрения вашей заявки конкретная страна опять не наложит запрет на выдачу гражданства россиянам. Европейские программы золотых виз в большинстве своем приостановлены. Собственники недвижимости теоретически еще могут получить ВНЖ в Испании и Португалии, но и тут никто не даст гарантии, что в дальнейшем не будет трудностей с его продлением. Таким образом, из востребованных направлений сейчас на коне Арабские Эмираты, там выдают вид на жительство, точнее резидентскую визу при покупке недвижимости от 205 тысяч долларов, ну и, конечно, Турция, о которой сейчас и говорим. Повторюсь, есть ВНЖ с возможностью натурализации при покупке от 75 тысяч долларов и гражданство при покупке от 400 тысяч. При оформлении турецкого гражданства через инвестиции не нужно отказываться от первого паспорта и не требуется сдавать экзамен по турецкому языку. Срок оформления занимает около полугода. В свидетельстве о собственности ставится отметка, не позволяющая продать объект или объекты, купленные по программе, в течение 3 лет. В это время можно и пользоваться недвижимостью, и сдавать ее в аренду, но продать только по истечении этого периода. Покупка нескольких квартир, например, для личного использования и сдачи в аренду, или как инвестиция с вероятным ростом цены – это вопрос для индивидуальной консультации. Для кого-то интересно приобрести студенческие студии или отельные номера с гарантированной сдачей в аренду и возможностью обратного выкупа через 3 года. Кого-то заинтересует квартира в новостройке с ТАПУ и реальной кадастровой стоимостью в хорошем районе Стамбула. Такое жилье может значительно вырасти в цене за время строительства. Кому-то подойдет покупка дома в Кемере или Белеке, чтобы жить со своей семьей. Чтобы решить все вопросы по паспортной программе, необходим помощник. В этом я абсолютно уверена. Общая рекомендация – обращайтесь к профессионалам, не привязанным к конкретному региону. И помните, что в Турции порой на берегу заявляется одно – все братья навек, а по факту события развиваются совершенно иным образом. Например, сумма оценки не совпадает с обещанной. Декларируется, что объект имеет ТАПУ, а на самом деле нет. Про соблюдение сроков вообще молчу. В общем, как и везде, есть нюансы. А с кем работать – личное дело каждого. Со своей стороны могу гарантировать только проверенные объекты и сопровождение надежных адвокатов. Кроме этого, мы понимаем сложности с банковскими переводами из России и оказываем клиентам полную поддержку по предоставлению и переводу с турецкого языка необходимых бумаг, запрашиваемых сейчас банками. Большой опыт позволяет нам адекватно реагировать на постоянные изменения правил, вводимых отечественной системой. Закрывая тему, связанную с турецкими паспортами, скажу, что индивидуальная консультация стоит сотни просмотренных роликов. Контакты на экране. Теперь поговорим о ценах и региональной специфике турецкого рынка. С прошлого года цены на недвижимость существенно выросли во всех привлекательных районах страны. Помимо повышенного спроса, этому способствовал скачок в себестоимости строительства, коснувшийся, кстати, не только Турции. Выросли цены на металл, бетон, транспорт и логистику. Подтянулись зарплаты. Сначала инфляция затронула первичное жилье, следом вырос прайс на вторичку. Текущие политические события усилили ажиотаж. Еще полгода назад наибольший спрос русскоязычной публики приходился на побережье Средиземного моря. Причем даже не на Анталию с окрестностями, а на Аланию, особенно ее русский район Махмутлар. Цены тогда были ниже, а условия получения ВНЖ одинаковы для всех районов. Но сейчас, после изменения правил, спрос на эти кварталы сократился. Зато в других районах, например, Джиджикли и Верхняя Оба, где оформление вида на жительство еще возможно, он наоборот вырос. Так или иначе, Алания по-прежнему самый востребованный регион у наших клиентов. На него приходится почти половина запросов. Спрос на идущую второй по популярности Анталию в 3 раза меньше. Далее идут громадный Стамбул и скромный Мерсин. Удивительно, но на них приходится сопоставимая доля заявок. Наконец, спрос на популярные туристические районы Бодрум, Кемер, Сиде, Фетхие, Белек и Мармарис к
как и на развивающийся недорогой городок Газипаша рядом с Аланией, составляет от 1 до 3% от общих показателей. В первую очередь, такая картина объясняется ценами. Более 60% граждан, подыскивающих недвижимость в Турции, интересуются вариантами до 100 тысяч евро. Уложиться в эту сумму и купить что-то приличное сейчас проблематично. Основная масса достойных внимания объектов дороже – от 100 до 300 тысяч. Здесь еще раз обращусь к специфике турецкого рынка. Многие местные застройщики, особенно на побережье, занижают кадастровую стоимость недвижимости с целью оптимизации налогов. При покупке нового жилья на море стоимость по договору может оказаться значительно выше кадастровой. Вторичная недвижимость также подходит для получения ВНЖ и гражданства, но и тут продавцы заинтересованы занижать стоимость в документах. Более того, цифры от оценщиков не всегда соответствуют реальной цене. Государственные эксперты, турки, могут иметь свою логику, не совпадающую со взглядами иностранных покупателей. Итак, что мы можем предложить на сегодняшний день? До 100 тысяч можно купить недвижимость на море в Газипаше и Мерсине. Новостройки в шаговой доступности от моря в Алании стоят от 150 тысяч. В нескольких километрах от моря можно найти варианты в диапазоне от 100 до 150 тысяч. Примерно такие же цены в популярных районах Анталии. Для тех, кто располагает более существенными суммами, в 200-500 тысяч имеется выбор вилл на вторичном рынке. В хороших районах Алании, Сидея, Кемера и Белека. В Стамбуле можно найти вторичку до 100 тысяч. Но вы почти наверняка столкнетесь со сложностями при оплате такой недвижимости и юридическими нюансами при оформлении. Связываться не рекомендую. Для иностранцев в сегодняшних реалиях оптимальна все-таки покупка новостроек. Хорошие объекты будут стоить от 130 тысяч, но большинство, конечно, гораздо дороже. В завершение о налогах. При покупке недвижимости есть дополнительный налог – 4% от кадастровой стоимости. Как правило, его оплачивает покупатель. Как мы говорили ранее, часто кадастровая стоимость оказывается ниже рыночной. Но если цель – получение ВНЖ или гражданства, а не экономия на налоги, к этому нужно отнестись внимательно. Кроме налога на переход права собственности, в Турции платятся регистрационные сборы и пошлины при оформлении ТАПУ, ИСКАНа, переводе лицевых счетов на воду и электричество. Обычно они составляют 500-700 евро, но в период ажиотажа могут быть выше. Туркам ничто человеческое не чуждо, заработать на ускорении очереди у них в крови. Ежегодный налог на недвижимость невелик. Для элитного жилья он выше, цифры на экране. Все гораздо интереснее при сдаче недвижимости в аренду и последующей перепродаже. Начнем с того, что стоимость аренды выросла за последние месяцы. В нынешних реалиях можно говорить о доходности 7-10% годовых. Слабым местом в этих рассуждениях является национальная валюта. Доход от сдачи в долгосрочную аренду собственники получают в лирах, при том, что исходная инвестиция фиксируется в долларах или евро. А лира, как вы знаете, весьма нестабильна. Второй нюанс. Частный инвестор не может сдавать недвижимость в краткосрочную аренду. Это разрешено только компаниям, имеющим соответствующие лицензии. На долгий срок сдавать свою собственность можно, но налог на прибыль достаточно высокий и колеблется в диапазоне от 15 до 40%. Большинство случаев попадает под налоговую ставку 27%. То есть, подписывая контракт на 1000 евро в месяц, собственник получит на руки 730 евро. Широко распространена практика неофициальной аренды без регистрации. Но, как вы понимаете, это может вызвать целый ряд проблем, которые в текущей ситуации могут быть особенно не кстати. Ну и самое интересное – налог от прибыли при продаже недвижимости. В случае продажи объекта, который находился в собственности менее 5 лет, заплатить придется порядочно. Сумму можно снизить, так как итоговая ставка рассчитывается с учетом всех затрат на недвижимость. К стоимости покупки, указанной в исходном договоре купли-продажи, добавляются расходы на улучшение жилья, налоги, затраты на заключение сделки. Помните только, что все расходы должны быть подтверждены официально. Так что настоятельно рекомендую сохранять все чеки и квитанции, связанные с приобретением и улучшением недвижимости. В связи с этим еще раз напомню, что в Турции принято занижать цену в договоре. И нужно понимать, чем вам это грозит при перепродаже. Можно сэкономить очень незначительно на покупке, ведь налог составляет 4% от кадастровой стоимости, а затем заплатить существенно больше, продавая объект. Справедливости ради скажу,
что на самом деле все не так страшно. Да, квартиры, которые 10 лет назад покупались за 50-70 тысяч евро, сегодня легко продаются за 150 и выше. Но поскольку они находились во владении более 5 лет, налога на прибыль не возникает. А если, допустим, вы сейчас под паспортную программу приобретаете две квартиры в Стамбуле стоимостью 200 тысяч каждая и через 3 года захотите их продать, скажем, по 250, с общей прибыли в 100 тысяч евро придется заплатить налог 35 тысяч. Немало, но прибыль в 65 тысяч с лихвой перекроет все расходы по паспортной программе. Когда сделки заключаются на меньшие суммы, все еще проще. Если при продаже вы не гонитесь за прибылью, а просто хотите вернуть потраченное, налог будет минимальным. И еще раз напомню, сохраняйте все чеки и квитанции, связанные со своим объектом. В заключение про налоги на наследование и дарение. Они есть. Для близких родственников составляют половину от обычных ставок, которые колеблются в диапазоне от 10 до 30%. Основная масса объектов, пользующихся спросом у наших покупателей, попадает под налог на наследование или дарение в размере 20-25%. Таким образом, наследуя или получая в дар от родителей или супруга недвижимость в Турции, вы платите от 10 до 12,5%. Безусловно, в рамках одного ролика просто невозможно рассказать все о турецком рынке недвижимости. Поэтому обращайтесь за консультацией. Я и моя команда сделаем все, чтобы помочь вам решить ваши задачи.